находится вне зала, поторопится и услышит наш третий звонок, ибо 7-й международный фестиваль кельтской арфы «Арфа Вита 2018» продолжается! Ну и сейчас, те, кто не покидал этот зал, видели большие, грандиозные приготовления к выступлению следующего музыкального коллектива, а название он носит весьма и весьма говорящее само за себя – «Человек мира». Идея музыкального проекта «Человек мира» заключается в том, чтобы доступно для современного слушателя показать общее единство всех народов вместе с самобытностью, красотой и богатством каждой культуры. Поэтому музыка исполняется в стилях фолк-рок, этно-фьюжн, часто с применением внешних эффектов. Это соединение народного вокала, горлового пения, различных народных инструментов, впрочем, мы все это сейчас здесь увидим, и ирландские бузуки, и кельтская арфа, и флейт, и губная гармошка, и перкуссия с барабанной ритм-секцией, плотными партиями бас-гитары. Все это создает уникальную атмосферу синтеза человеческих природных истоков и ритма современной жизни. Ну а помогать в создании образа будет театр идей «Инахис Ио». Кстати, кто знает, что значит «Инахис Ио»? Только члены этого коллектива «Инахис Ио», мне кажется. Нет, на самом деле это в переводе «Бабочка павлиний глаз». Это я у них выведал совершенно случайно в кулуарах. Ну, век живи, век учись. А на самом деле «Инахис Ио» — это энтузиасты, которые готовы удивлять и восхищать, жечь огонь в сердцах людей, нести свет своих идей и делиться теплым позитивом и радостным настроением. Итак, встречаем музыкальный проект «Человек мира» и «Инахис Ио». Всем привет! Мы рады всех вас видеть. Сейчас мы перед вами хотели бы исполнить произведение под названием «Шкатулка». Это наша авторская композиция, которая как раз позволит отправиться всем вместе с нами в путешествие в какие-то загадочные миры. И визуально это все будет как раз представлять театр идей «Инахис Ио». Thank you.
композиция. Жалко, что здесь нет танцплощадки. Представим, что она есть. Вот. Следующая композиция тоже авторская, но в ирландском стиле. Называется она «Пират в корчме». Это танцевальная композиция. Но можно подпрыгивать на стуле, если хотите, при желании. Вот. Так, «Пират в корчме». Thank you.
песня, уже больше такая народная. Ее исполняет, наверное, до сих пор группа «Омния». Это песня кельтского воина. Песня кельтского воина, который идет на войну. Песня про богиню Морриган, которая вдохновляла всех воинов идти и умирать, завоевывать новые земли и получать все богатства, сокровища. Если не на земле, то в следующей жизни. Итак, сейчас мы исполним вам песню «Морриган». Thank you.
вам, господа, на такое яркое шоу. Но мы движемся дальше.